Ребят, всем привет! Вы на канале Smile Freddy. Сегодня мы с вами будем вот такими боксерами. Смотрите, какие мы с вами крутые. Вот такие у нас перчатки. Пока что, ребята, тут, кстати, есть эмоции. Смотрите, например, вот такой вот страх. Хочешь получить робуксы, но не знаешь где? Тогда переходи на сайт RBXCamp. Здесь вы можете приобрести робуксы по очень вкусной цене. А еще у вас есть возможность выиграть их бесплатно, если вы поучаствуете в конкурсе в группе ВКонтакте или же на Дискорд сервере. Конечно же, туда вступайте. Обязательно переходите именно по моей ссылке в закрепленном комментарии и остерегайтесь мошенников. И, кстати, ребят, смотрите, эта игра очень похожа на боксинг-лигу. Перчатки Among Us, ничего себе, слушайте, тут очень много отсылок всяких разных, смотрите, на перчатках, и, ребята, тут, смотрите, есть какая-то униформа, или что это похоже, ребята, я не знаю, сейчас будем вместе с вами разбираться, конечно же, перед просмотром обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а мы давайте попробуем что-нибудь задонатить. Вот у нас, смотрите, ребят, есть лимитный офер какой-то, за 699 робаксов, давайте его приобретем и посмотрим, чё же это за офер, ребят. Вообще без понятия, что это такое, добавлен в инвентарь, да, окей, давайте смотреть. Перчатки, так, это мои перчатки? Нет, не мои перчатки. Где мои перчатки? Алло, алло, где мои перчатки? Я ничего не понимаю. Может быть, во, ребят, смотрите, реально. Вот мои новые перчатки получают, что ли? Да, ребят, смотрите, здесь больше ничего такого нет. Ну, окей, давайте вот это оборудуем. Что? Да, вот, ребят, смотрите, у меня новые перчатки появились. Не знаю, что это за пауэры. Вот эти, да, Супермен. Окей, пусть будет Супермен, ребят. Я не знаю, что это значит. Но, наверное, все-таки зря, наверное, я задонатил 700 робаксов сюда. Ну, окей, давайте, кстати, посмотрим. Смотрите, здесь можно... Чего? Опять мне что-то предлагают? Вы что, совсем, что ли? Алло? Вот, вот это мои перчатки, ребят. Это мои перчатки, да? Нет, или это не мои перчатки? Я, короче, не понимаю, ребят, как здесь драться? Кстати, смотрите, видно, они играют все с телефона. Ничего себе. Так, как мне драться? Как мне драться? Как мне драться? Я хочу драться. Алло, почему я не могу драться? Я чё, вообще, что ли, совсем не понимаю, ребят. Так, окей, давайте вот так вот PvP, например, включим, окей. Скорее всего, мне надо включить PvP, чтобы драться, да? Давай, вот сейчас у меня включится PvP. И мы с вами сможем уничтожать эти... Вот, давай, 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 давай. Вот. Подожди, или нет? Или я наоборот выключил. Подожди, а почему я не могу драться? Я не понимаю, ребят, я не понимаю, я почему не могу драться-то? Тут вот мне, кстати, что-то еще... Подожди-ка, или вот это? У меня же эти перчатки есть. Смотрите, ребят, здесь есть вообще супер-классные перчатки. Вот, например, Among Us за 1200. Ну, кстати, мне надо было, наверное, сдонать лучше деньги, да, чем перчатки. Хотя, может быть, у меня крутые перчатки. Пойдем попробуем, ребята, подраться с кем-нибудь. Да смотри, сколько здесь народу, офигеть! Так, надо бы занять какую-нибудь позицию, да, смотрите, тут у нас рейтинги какие-то, я, смотри, сюда смог пройти, а чё, все занято, ребят, абсолютно все занято, давайте вот сюда встанем, вот сюда, давай, чувак, какой-нибудь, кто-нибудь встаньте со мной, сразиться, давайте, сразитесь со мной, ребята, смотрите, здесь все занято, просто жесть. Надо, походу, очередь соблюдать. Вот, давай сюда, вот сюда, вот сюда. Есть, ребята, я с кем-то сейчас буду драться. Окей, он на телефоне. Кстати, тоже новичок. Но, вот теперь я могу драться, ребят. Вот теперь я могу драться. А, я вспомнил, мы с вами когда-то играли в эту игру. И, ребята, я все-таки, смотрите, смогу его победить. Есть, я его вырубил. Я его кнокнул, ребят, ничего себе. Смотри, что с ним происходит. Чувак, с тобой все нормально? Да вроде нормально. Давай вот так вот сейчас давай. Вот так вот я ему хорошо ушатал. Ну, кстати, пока за мной, да, идет все это дело. Кстати, нормально. Давай, 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 давай. Я сейчас... Надо, короче, смотрите, ребят, накопить. Ой, он по мне попал, вообще неплохо. Я снова его кнокнул. И, ребята, чувак, ну снова... Снова с ним что-то не так. Короче, вот так можно уворачиваться, ребят. Блокаться можно. Можно ударять и можно даблблок. Во, во, я понял, ребят. Я понял все, что здесь происходит. На, во, я попал по нему или нет? Что-то я не понял. Вот так, можно резко отходить, ребят, смотрите. Можно так, в бок. Можно вот так, вот так, вот так. И иди сюда, иди сюда, иди сюда. Нати, 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 пробью твой щит. На тебе. Так, мне надо держать щит, серьезно?
Так, окей. Давай, давай, давай. Ну, он, кстати, может хорошенечко меня ударить. А, у меня энергии нет. Все, я понял, ребят. Ты че это, вздумал мне щит пробивать? Я тебе сейчас сам пробью. Меня вырубили? Он меня вырубил, прикиньте. И я его вырубил. Я встал, получается, ребята, и уничтожил его. Чувак, I'm sorry. Прости, пожалуйста, меня, ребят, смотрите, у меня мало жизни. Подожди, ну, я восстановил энергию. Вот, все, теперь я могу драться. Я могу драться, давай, подходи сюда, кто хочет подраться. Кстати, здесь у нас... Что здесь происходит? Ну-ка, давайте сходим вот сюда. Что происходит, я не понимаю. Почему я еще в бою? Почему я еще в бою? Вот, все, теперь... О, ребята, здесь прокачечка, смотрите. А что, почему вот так вот? Почему я так прокачиваюсь, как-то странно. Я могу драться еще. Я могу драться, смотри, ребят, могу качаться и драться. Подожди, как мне выйти с этого уже боя? Я не понимаю, ребят, смотрите, у меня постоянно сражение идет какое-то. Ну ладно, окей. Я вообще не понимаю, давайте попробуем ресетнуться, может. Чё-то вообще жесть какая-то. Тут вообще, кстати, очень много народу, ребят. Так, а как мне... ребят, я не понимаю, смотрите, я почему-то... У меня камера. Чё за фигня? Где у меня мышка? Ребят, что происходит? Чё у меня? Он меня заставляет опять донатить. Не хочу я донатить. Я не знаю, ребят, где у меня мышка. Она у меня просто пропала. Я ее не вижу. Так, вот, все, ребят. Я перезашел, вроде. Все окей, все отлично, все хорошо. Да он достал меня. Это понятно, все, ребят. Я, получается, купил себе вот за 700 робаксов. Получается, сколько? 7500, что ли, я себе купил? Не, нифига, что-то я не понимаю, ребят. Давайте, может быть, какие-нибудь вот эти, может быть, экипируем. Во, вот так вот. Во, вот эти мне больше подходят. Хоть они и красненькие. Давайте попробуем с кем-нибудь еще подраться, каким-нибудь серьезным оппонентом. Ну, надо подождать, конечно. Сейчас, кто тут у нас сразится первый, да, ребята? Ну, конечно, я первый бой выиграл, но я не уверен, что я смогу выиграть следующий. Давайте, кстати, окей, пока там у нас бои идут. О, кстати, смотрите, тренинг, походу. Это тренировочные ринги. Давайте вот сюда ляжем, будем прокачиваться. Тут, кстати, должны быть характеристики. Где мои характеристики, я пока не вижу. Кстати, вот мой ранг. И он, кстати, не поменялся вообще. Вот настройки мои. Тут вот персонаж. Во, ребят, смотрите. Тут вон различные лиги, ребят, нифига себе, слушайте, это прям очень сильно, тут, кстати, можно даже фильмы снимать, ребята, слушайте, мне кажется, нам надо с вами этим заняться, попробовать здесь фильмы поснимать, потому что вообще, слушайте, крутая игра, здесь, смотрите, не только прокачка есть, вот, кстати, смотрите, хромакей даже есть, вот так вот можно, опа, за... Селфиться, да? Вот так вот прокачка. А, я вспомнил, да. Мы же с вами это все проходили когда-то. Капец, ребята, какой же я забывчивый. Потому что, да, реально, мы с вами здесь были, когда у меня был еще мой основной аккаунт. Это пресс-конференция, типа, ребят, смотрите. Реально, смотрите, пресс-конференция Smile Freddy. Майл Фредди. Ты что меня бьешь? Ты пошел вон, это моя пресс-конференция. Он вообще обалдел. Он меня бьет. Подожди, а как мне драться? Я тоже хочу. А, во! На однерку, ребят. Все, я понял. Ты что, сосишь? Иди сюда. На тебе, на. Я тебе еще отдам. Это моя пресс-конференция. Ты что, вздумал ее прервать, что ли? Капец, что-то какой-то жесткий. У него 800-я лига. На тебе. Я его, конечно, кнокнул, да? Все, лежи, отдохни немножко, полежи. И он сейчас отдохнет, а я убегаю от него, ребят, потому что у него жизни больше. Отвали, чел. О, а здесь что у нас такое? Один на один арена. Ну-ка, давайте-ка попробуем сюда сходить. Мне кажется, здесь что-то интересно. А может быть и нет. Может быть и нет, смотри. Меня... А, вот поезд пошел. И типа куда-то он ведет. Я не знаю куда, ребят. Давайте посмотрим. Че долго ищется? Я не знаю, что еще тут есть, ребят. Кстати, чувак, пожалуйста. О, он бежит сюда. Давай, давай, один на один. Арена, давай сюда, чувак.
Что-то он какой-то лагающий, странный. Так, ну-ка, если я буду держать блок... Ну-ка, давайте-ка посмотрим. Я держу блок. У меня, кстати, восстанавливаются жизни. Достаточно неплохо. Ну, слушайте, ребят, мы с вами сюда немножечко сдонатили. Немножечко разобрались. Но мне кажется, нам надо еще здесь поиграть, чтобы стать супер крутыми. Поэтому, ребята, обязательно ставьте лайк, если вы хотите этого. И не забывайте ставить лайки, ребят. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока.